Здравствуйте, меня зовут Герман Иванов, я эндорсер компании Agner Drumsticks. Компания Agner начала свою деятельность в 1985 году в Швейцарии и с той поры успешно продвигается на европейском и мировом рынках. В России эта компания появилась относительно недавно. Компания Agner есть что предложить нашим барабанщикам. В этом видео мне хотелось бы сказать о модели, которая называется Hard Rock. Несмотря на это название, этими палочками можно играть в абсолютно любом стиле. И что в них особенного, так это то, что палочки сами по себе достаточно узкие, но обладают плотным весом и необычайной плотностью дерева. Сколько я уже не играл этими палочками, множество и выступлений, и концертов, и репетиций, у них нет намека на то, что они могут разбиться. Одним из плюсов палочек Hard Rock от Agner – это то, что центр тяжести палочки находится ближе к середине, то есть позволяет фиксировать хват и нет стремления держать палочку ближе к ее краю. Компания Agner предлагает широчайший выбор моделей, и каждый барабанщик найдет себе пару по душе. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете заглянуть на официальный сайт Agner, ну или обратиться ко мне, я всегда могу вам советовать.